В эфире обзор третьего номера независимой общественно-политической газеты «Кто о чем» за 29 января 2014 года. Около 50 человек поболеют за 1 200 000 рублей, посетив Олимпиаду за счет областного бюджета. Как удается сохранить то, что осталось? Владинопольские лесничие отчитались за 2013 год. Как снимали старое ружье? И когда его покажет Первый канал? Простые и понятные правила, которые нужно соблюдать на зимней рыбалке. Обмен полисов медицинского страхования. Насколько это страшно, пишет Ольга Бутанова. Поэзия о днях блокады Ленинграда. Свободная тема о вере и суеверии. Афиша театра и кино. Телепрограмма. Бесплатные объявления и реклама в свежем номере газеты «Кто о чем».